Итак, всем здравствуйте. Проверим, как меня слышно, как меня видно. Десяточки поставьте от 1 до 10. 10 – это хорошо. Уважаемый партнер, поставьте, как меня слышно и видно. 10 – это хорошо. Так, все, десяточки полетели, видно меня, слышно. Так, еще, значит, кто уже у нас партнер, если какие-то вопросы будут задавать, то в чате там напишите. Пока еще чуть-чуть, минутку подождем, давайте напишем, кто с какой страны и с какого города. Значит, я вот город Клин. Россия. Напишите, уважаемые партнеры, гости. Латвия, Рига, Пермь, Россия. Пермь, Пермский край. Пишите, пишите, не стесняйтесь. Посмотрим, какая у нас география. Латвия, город Канцыемс. Если неправильно сказал, извините. Можайск, Московская область. Поселок Куеда, Калининград с нами. Магима, здравствуйте, Казахстан. Набережные Челны. Короче говоря, СНГ опять вместе. Итак, начнем. Поставьте еще пятерочки, если здесь новички, кто вообще не в курсе, о чем пойдет речь. Чтоб я знал, как бы, как вести разговор. Пятерочку. Так, Наталья у нас пятерочка. Почти. Пермякова Ирина. Так, ну, все уже, если есть один человек, то мы работаем командой и готовы рассказывать днем и ночью. Итак, меня зовут Бугров Виталий. И я сегодня буду рассказывать от имени того человека, кто вас сюда пригласил. Скажите большое-большое спасибо тому человеку, кто вам дал эту ссылку, потому что вы сегодня узнаете о уникальной информации, о той информации, которой не знает никто. И многие люди ищут эту информацию, ищут годами, десятилетиями ищут, чтобы найти то, что вы сегодня услышите. Так что скажите большое спасибо тому человеку, кто вам дал эту ссылку. Значит, речь сегодня пойдет о бизнесе, да, о бизнесе. О бизнесе, о том, что не бросая своего любимого дела, работы, не имеет значения, чем вы занимаетесь, какая у вас должность, какое у вас образование, вероисповедание. Этим делом, бизнесом может заниматься любой человек, совершенно любой. Итак, бизнес с Китаем. Это актуально и выгодно. На сегодняшний день все мы знаем, что по телевидению каждый день показывают, как Россия и Китай начинают сближаться, а именно торгово-экономические отношения. И как раз я последние 2 года был в поиске разных компаний, в частности сетевых, потому что у нас сетевая компания, вот. Но она с элементами традиционного бизнеса. Вот. Также онлайн-бизнеса, то есть бизнеса под ключ. И другими словами можно сказать франшиза. Итак, начнем. Почему именно Китай? Как я сказал, Китай сейчас мощнейшая экономическая держава. Нет конкурентов по соотношению цена и качество.
Лояльность, внешнеэкономическая политика, традиционно дружественные отношения, строгий государственный контроль, качество. Кто не знает, в Китае до сих пор за какие-то там взятки, другие какие-то там взятки, ну, как сказать, чиновники, если что-то делают не так, расстрел. Наберите в Ютубе, стреляют до сих пор, чуть ли не каждый день. Какие возникают проблемы при открытии своего бизнеса? Да, каждый из нас сейчас, да, если брать 20 лет назад, то, в частности, мои родители, да, всю жизнь ходили, да, там, 40 лет на работу, да, дом, работа, институт, как говорится, родился, школа, институт, работа, пенсия, все. Сейчас время стало меняться, много людей уже стали работать, там, открывать какие-то там предпринимательства, сейчас стали фрилансеров очень много, многие работают на дому удаленно. И вот о том, о чем пойдет речь, вы можете совершенно заняться в свободное время, уделяя этому хотя бы один час в день. Да, не смотреть телевизор, а уделять бизнесу, нашему проекту один день. И сколько можно заработать, сейчас мы это все рассмотрим. Значит, какие проблемы возникают при открытии своего бизнеса? Большие финансовые вложения, да? То есть, да, сейчас очень такая популярная тенденция франшиза. И чтобы открыть франшизу, это минимум надо от полмиллиона, миллион и больше рублей. И хочу сказать, что не факт, что вы, если вы открыли, франшиза – это очень удобно, это готовая, как говорится, марка какая-то подвинутая под ключ. Если вы зайдете в торговые центры крупные, 80% всех магазинов – это франчайзинг. Зара, Спортмастер, Пятерочка, Перекресток, всякие мелкие, Крошка, Картошка, Макдональдс – это все франшиза. Значит, нужно найти нишу. Сейчас все занято. Что нету? Сейчас есть все. Сейчас самое главное – идея. Деньги уже стоят на втором месте. У многих людей есть деньги, но они не знают, куда вложить. Вот, потому что куда-то вкладывать сейчас очень много рискованных проектов, где можно сразу прогореть. С Китаем, если в частности, это доставка, растаможка груза. Если вы работаете самостоятельно, вас могут еще бросить партнеры, и вы не увидите ни деньги, ни товара. Мы работаем напрямую с производителем. Бухгалтерия, сертификаты, налоги, все за нас считают. Не надо вам самому не считать ничего, все считают за нас китайцы. Открытие, содержание магазина, склада, тоже вам ничего не надо делать. У нас бизнес под ключ. Можете работать онлайн, можете, сейчас мы поговорим, как открыть напрямую от Китая по ценам свой личный магазин и также построение своего бизнеса по сетевому маркетингу. Вообще, какие виды бизнеса существуют, кто не знает. Самое выгодное, да, это, ну, не выгодное, одни из выгодных, это производство, сфера услуг, торгово-экономическая деятельность. И самый-самый выгод бизнеса – это торговля, которая существует всю жизнь, как говорится, тысячи-тысячи лет. Купил подешевле, продал подороже. Да, торговля какая у нас бывает? Мини-маркеты, супермаркеты, онлайн-магазины, сетевой маркетинг и торговля про франшизы, как я вам все говорил. Значит, как насчет того, вот этих всех четырех факторов, да, видов бизнеса, чтобы вложить в одно. Вот то, о чем я сейчас буду рассказывать, у нас сочетается все четыре основных вида торговли в одном. И мы нашли такое решение. Я искал этот проект, еще раз говорю, последние 2 года, даже больше, я думаю. Всю жизнь я искал этот такой бизнес. И наш бизнес сочетает все элементы онлайн-бизнеса, торговли по франшизе, мини-маркеты, супермаркеты. Заодно взята модель сетевого маркетинга. Почему сетевого маркетинга? Если взять традиционный бизнес, чтобы производителю, да, как вы видите на картиночке, есть производитель, чтобы дойти до потребителя, идет ряд крупный опт, мелкий опт, товар попадает в магазин, где идет накрутка продукции. Если взять сейчас мелких предпринимателей, да, вот гипермаркеты, супермаркеты, там Пятерочки в частности, они давят мелких предпринимателей. Вот обычные производители, которые продают, у меня просто знакомые есть, молоко свое, они молоко не могут продать. Молоко портится, выливают бочками в землю. Почему? Потому что крупные сети давят все. Сейчас обычному человеку трудно куда-то продвинуться. Если у вас нету миллионов, нет знакомых друзей, вы вообще никуда не продвинетесь.
И вот обычному человеку что остается? То, что работать через сетевой маркетинг и онлайн. Сейчас мы к этому перейдем. Компания, о которой я буду говорить, это называется компания Greenleaf. О ней не знает никто в странах СНГ. И вам сегодня очень-очень повезло. Вы находитесь в 0,001%, кто знает об этой компании. И если воспользуетесь этим, то вы заработаете в ближайшие годы, год-два, огромные-огромные деньги. Итак, Greenleaf – это современное, многофункциональное, высокотехнологическое групповое предприятие, отвечающее за исследование, разработку технологий, производство, международное сотрудничество, продвижение бренда и маркетинга. Это индустриальный парк с общим объемом инвестиций 450 миллионов юаней. Одна юань – это 10 рублей, то есть 4,5 миллиардов рублей. Площадью 72 гектара, и она постоянно расширяется. Это комплекс, база биокосметической промышленности с общим проектной мощностью пока 80 тонн продукции в год. То есть вдумайтесь только, какой-то огромный уже объем. Наша компания существует на внутреннем рынке Китая с 98 года. То есть она 20 лет уже работает в Китае. В парке Суйшуган, город Суджоу. Зарегистрированный капитал 139 миллионов 800 тысяч юаней. Все производство прошло сертификацию ISO 9001 и ISO 22716. Международную сертификацию SGS и GMP имеет производственные цеха со стандартом частоты 100 тысяч и 10 тысяч. Вот когда я первый раз это слышал, я думал, ну что это за цифры? Просто если взять такой стандарт, то в хирургических больницах нет такой частоты, какой есть частота на производстве нашей компании. Вот в январе этого года мы ездили первый раз на заводы компании Greenleaf, и я своими глазами, да, те люди, кто были, если кто были, можете здесь плюсики тоже поставить, вот, и мы увидели сами своими глазами, как это все делается, вот, также мы видели эту картинку когда-то, и мы вот увидели это все в Китае своими глазами, и после этого я и все люди, кто там были, начали быстро развивать этот бизнес в тех городах и странах, где они сейчас находятся. За последние 20 лет Greenleaf превратился в технологического лидера биохимической промышленности Китая. Как меня слышно, поставьте восьмерочки. Восьмерочки – это хорошо. Компания Greenleaf в 2016 году получила официальную лицензию Министерства КНР на прямые продажи. Кто это не знает, для китайцев это самый важный сертификат. Им не надо ни европейский, ни американский, никакой сертификат. Чтобы получить этот сертификат, компания проходит от 5 лет специальное, как говорится, тестирование, где более 100 критериев компанию проверяют. И в 2016 году компания получила такой сертификат в Китае и принял решение о экспансии своего бизнеса, развития методом прямых продаж в странах Азии. На сегодняшний день, сейчас я вам расскажу, где компания открыта. И в 2018 году компания открыла свой офис. Это было летом, год практически, будет скоро год. Значит, в Москве, в России. Зарегистрирован какой зеленый риск? Лист с капиталом 1 миллион рублей, и учредители являются сами хозяева этой компании. Greenleaf – это готовое решение для современной жизни. Вместе с Greenleaf вы легко сможете удовлетворить потребности любого человека, любых людей. Это качественные товары повседневного спроса. А самое главное – вы сможете построить собственный высокодоходный бизнес и стать успешными. Самый наш главный продукт – это не продукт. Самый главный наш продукт – это возможность. То, что предлагает компания Greenleaf – это самый наш главный продукт.
Сейчас мы подробно все об этом проговорим. Компания Greenleaf, как говорится, торгует не воздухом, это не какая-то пирамида. Сейчас 21 век, все можете вбить в интернете и проверить. Компания Greenleaf – это производственная корпорация, которая производит на сегодняшний день свыше 3500 товаров, которые могут удовлетворить всю семью. У нас пока около 200 товаров в России, но постепенно идет сертификация и завоз товаров в Россию. 8 основных линеек – это серия косметики премиум-класса Cialux по ценам масс-маркета. Это не 5, там, не 6, не 10 тысяч, как обычных там, то есть ценах, да, а в 3, в 10 раз дешевле. А качество на высоте. Серия Life – эксклюзивные товары для быта. Карич – уникальные предметы личной гигиены. Нулрич – обогащенные продукты питания. То есть здесь есть все. В Китае уже есть и еда, и молоко, и, как говорится, что там только нету. Нулрич – обогащенные продукты питания. Карди – экопродукция до дома. Французский черич, французские вина. Марвизия – это итальянская одежда для мужчин и женщин. И ювелирные украшения марки Гобивен. То есть разные, имеют разную ценность. То есть и золото, и бриллианты, и ювелирка. Как вы не знаете, если кто не знает, Китай является самым крупным экспортером алмазов в мире. Так, перейдем сейчас быстренько, я про товары не буду говорить, сейчас пробежимся. Основные наши партнеры – это мировые гиганты индустрии косметики Интеркос, Италия. Их филиалы распоряжены в разных странах. И в том числе они, значит, сотрудничают и производят свою продукцию на территории Greenleaf. Подписан договор с президентом Сербии. Вот когда мы были в Китае, мы были на презентации, где было 10 тысяч китайцев и около 8 стран присутствующих, где компания уже развивается. И эти люди выступали, показывали, какие будут ждут нас перспективы и новинки продукции. Значит, направление красота, как я сказал, Интеркос производит всемирно известные бренды для таких компаний, как Dior, Estée Lauder, Guerlain, Mary Kay, Amway, Atomy. Соответственно, и компании Greenleaf. Соответственно, идут собственные разработки и цены, которые выпускают эти компании Cialux на наших площадях Greenleaf, на порядок дешевле, чем вот эти марки, которые представлены в традиционных бизнесах или в других сетевых компаниях. Направление дом. Тоже быстренько пробегусь. Бытовая техника, всякие аксессуары, подушки, постельное белье, фильтры для воды, очистители воздуха, чистящие, моющие. Все, что нужно, вы можете приобрести у нас здесь в компании. Здоровье, здоровье вы, наверное, знаете, что китайцы – это долгоживущая тоже страна. Вот, они о здоровье очень-очень много заботятся. Это тысячелетняя история, разные, как говорится, корешки и так далее. Все это здесь есть. У нас тоже это стало появляться. То есть быстро все пробегусь. И очень-очень много другой разной продукции. Кто вас пригласил, свяжитесь потом в конце и знакомьтесь, что есть уже на нашем российском рынке. Благодаря широчайшему ассортименту выбора, повседневного спроса премиум-класса, по очень привлекательной цене, уникальной маркетинговой концепции, позволяющей строить прибыльный бизнес, как модель линейного бизнеса, так и по модели сетевого бизнеса, компании Greenleaf удалось за очень короткий срок выйти на ведущие позиции в мире по товарообороту. Всего 2 с небольшим года компания вошла в топ-100 сетевых компаний в мире. То есть, если вы посмотрели журнал за 2018 год, то компанию вы видели на 70-м месте. Сейчас компания гораздо поднялась выше, но с тем, что законы Китая говорят, что там сетевой маркетинг запрещен, а он просто называется прямые продажи, в этом году компании, все практически китайские компании не стали выставлять, они выставятся, я думаю, в следующем году. Вот, там другой закон сейчас будет. Вот, и мы увидим нашу компанию на более высоких уровнях. На сегодняшний день дистрибьюторами компании открыты уже десятки тысяч специализированных мини-супермаркетов.
Если здесь есть традиционные предприниматели, то с нашей продукцией вы можете открыть любой магазин, хоть это будет рынок, какое-то торговое помещение, островок, супермаркет, гипермаркет, сеть магазинов. Как это сделать, тоже можете спросить у тех людей, кто вас сюда пригласил. Компания сегодня работает уже официально на Китай, в Китае, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Африке, Малайзии. И 29 июня этого года будет официальное открытие компании Greenleaf в Москве. Можете написать, я не знаю, ну, девяточки поставьте, если вы рады. Вот. А об этом будет информация чуть позже. Может, уже, кстати, вот я смотрю, уже выложили в чате, просто у меня телефон тут прямую трансляцию тоже ведет. Так что все можете узнать у тех людей, кто вас сюда пригласил. Итак, у нас есть три возможности сотрудничества и заработка с компанией Greenleaf. Первое. Если вы с компанией заключаете договор, вы имеете от 10 до 50% скидку, помимо того, что и так цена очень, как говорится, по ценному маркет, вы еще можете иметь скидку. Вы можете иметь дополнительный доход 5, 10, 20 тысяч рублей, не брошая свою работу. Вы можете создать собственный бизнес. Открыть, еще раз повторяю, онлайн-магазин, мини-маркет, супермаркет. Конечно, наша компания прежде всего сетевая, и кто хочет зарабатывать самые большие деньги, конечно, вначале надо это продвигать методом прямых продаж по сетевому маркетингу, создавать крупные команды бизнеса по всему миру, потому что мы работаем по всему миру. Почему этот бизнес выгоден предпринимателям? Первое, сотрудничать с крупным надежным производителем. Вам не надо заботиться, какой товар в тренде. Компания сама находит товар. Если товар плохо продается, она его меняет и сразу новый начинает продавать. Производит свою продукцию уже более 20 лет. Получила лицензию Министерства КНР на прямые продажи. Широчайший ассортимент. Законность и легальность. Это я уже говорил. Значит, компания России с Китаем сейчас находится в таможенном союзе и платит, как говорится, на странах свои налоги. Уникальная возможность. Вам не надо крупный вкладывать деньги, там 100 тысяч, 500 тысяч, миллион рублей. Вы можете легко начать с 500-1000 долларов этот бизнес. Для крупных бизнесменов, еще раз повторяюсь, уникальная возможность. Обратитесь обязательно, если у вас есть деньги в банке или под подушки, то здесь вы их можете приумножить. Это я вам точно говорю. Почему этот бизнес интересен сетевикам? Сетевая индустрия развивается с каждым годом на 10-15%, и в эти годы уже перевалило за 200 миллиардов долларов. Каждый день в мире становится один долларовый миллионер в сетевом маркетинге. Значит, первое – это старт новой перспективной компании, это гигант сетевой индустрии. Денежный сбалансированный маркетинг-план сочетает все преимущества бинарного линейного маркетинга. Широкий ассортимент продукции, надежная компания, более 20 лет и 3 года всего лишь работает по сетевому маркетингу. У нас, я еще раз говорю, мы даже не начинали, мы начнем только в конце месяца. Всего за 3 года, значит, еще раз повторяю, компания вошла в топ-70, законность, легальность, возможность построения огромной сети потребителей по всему миру. Итак, перейдем к цифрам, к маркетинг-плану. Итак, компания Greenleaf. Чтобы начать сотрудничать, вам надо один раз в жизни приобрести стартовый набор, который стоит 22 600 рублей. То есть вы выбираете два набора. Один есть набор с кремами и сампулами и определенная продукция. То есть эта продукция достаточно, чтобы вы попробовали и убедились в качестве, как и в быту, так и в косметике на себе, что мужчинам, что женщинам. Стартовый набор дает вам, первое, это место в так называемом бинаре, в структуре, в команде. То есть у вас будет свой личный кабинет, у вас будет бизнес-место. У вас, значит, сейчас переходим уже к маркетингу. С первого раза маркетинг может быть непонятен, потом обратитесь к тому человеку, кто вам рассказал. 275 баллов идет маркетинг. Один PV у нас равняется 60 рублей.
Вам дарится первый раз ваучер в рублях 88 200 рублей. То есть это такого вообще не было нигде. Вы платите 22 600, и вам еще дарится порядка 90 тысяч рублей, которые вы можете сэкономить в течение года-двух, как в зависимости, как вы тратите деньги, да, в том или ином магазине, какого семейный бюджет, от 10 до 50%. Или эти деньги вы можете сразу же заработать, да, потому что та продукция, которая здесь есть, ее нигде не найти. И те люди, которые вы будете, если не молчать, а рассказывать, они у вас захотят купить, и вы эти деньги заработаете. Итак, переходим дальше. У нас 8 видов дохода. Быстренько пробежимся. Первый вид бонуса, он такой, как сказать, многие не берут в перспективу, но он очень интересен тем людям, кто сомневается. Бонус-гарант. Рано или поздно, не имеет значения, вы пригласили кого-то в бизнес лично или ваш человек, который вас пригласил, а мы работаем командой, тоже уточните у тех людей. Вы пришли, даже, может быть, никого не пригласили, но под вами будет строиться группа. И за каждого человека, за каждый стартовый набор вам будет выплачивать 15 рублей. То есть по $1.5, 85 рублей. Это порядка 16 тысяч рублей вы получите гарантированный возврат. Гарантированный возврат. Даже если вы ничего даже не делали. Ну, этот бонус мы получаем, пока не заработаем, значит, как я сказал, 16 тысяч рублей. Второй бонус – это бинарный бонус. Когда слева и справа у вас проходит покупка франшизы за 22 600, ваш личный человек или не ваш личный человек, вы получаете сразу же на следующий день $22. Это 1254 рубля. Люди могут расположены, как мы видим пример, на разных уровнях. Ограничение есть всего лишь $529 в день. То есть по этому виду дохода вы можете зарабатывать порядка 30 тысяч рублей в день. То есть около 1 000 000 рублей. Согласитесь, это очень-очень хорошие деньги. У нас уже некоторые люди уже получают такие деньги. Третий вид дохода, когда у вас первый раз слева и справа на любой глубине появляется тоже один человек. Первый раз, без ограничений, хоть будет 1 000 000 глубин, вы получаете один раз за каждую глубину $88. Один раз. Соответственно, как мы видим в примере, первая пара 22 и 88 тоже накладывается. Если взять еще $1.5 умножить на 60, вы получите 6270 рублей. Такие деньги можно получать каждый день, можно получать несколько раз в день. За первые три вида дохода, если кто сетевик понимает, вам не надо делать ежемесячную закупку. Да? Вот чем здесь хорошо, чем в других компаниях, здесь не надо делать закупку, да, обязательно. Если вам что-то хотите купить, покупаете, нет, так нет. Начиная с четвертого вида дохода, вам нужно делать обязательную закупку, сейчас расскажу. Но она стоит того и составляет всего лишь 1500 рублей. Так, чуть-чуть пролистал. Туда нажал. Так, вот здесь мы остановились. Значит, дальше. Примерный расчет. Если взять с первой по 20 глубину, как мы рисовали, $22, $88, в жизни все заполняться ровно не будет, но если посчитать, вы можете увидеть, какие деньги кроются, лежат в этом маркетинге. Да? То на 20-м, начиная с 17-й глубины, там лежат уже миллионы-миллионы долларов. То есть у нас маркетинг-план очень выгоден и денежный. Четвертый вид – розничный доход. Значит, когда у вас вырастает структура, тут есть пассивный доход, как я говорил, когда вы заняли место, если вы только думаете, да, допустим, вот у меня пример, человек говорит, я вот начну с сентября, приеду с отдыха и буду заниматься. Я ему говорю, Сергей Николаевич, купите место, я работаю активно, я буду помогать. Когда вы приедете летом, под вами уже будет 50, может быть, 200 человек, вы получите 16 тысяч назад, вам останется набор, у вас будет 88 200 рублей купонов, и под вами будет структура, которая будет потреблять, и вы будете получать 1%. Вот если взять 1% с 20 глубины, это будет, вы не поверите, пассивный доход 15 000 000 рублей в месяц.
Давайте будем скептиками, разделим это на 10. 1,5 миллиона рублей будет. Я знаю, что здесь есть скептики. Давайте еще разделим. 150 тысяч рублей будет. Я думаю, 150 тысяч пассивного дохода никогда не помешает. И тот Сергей Николаевич, там Коля, Вася, Петя вам скажет спасибо, что вы именно сейчас рассказали ему, что он подключился, а не в сентябре. Итак, с 1 по 20 линию мы получаем 1%, если делаем 15 баллов. И с 21 по 40 0,5, если мы делаем 60 баллов. Это на 6 тысяч рублей. Ну, поверьте мне, на 40 глубине, если вы посчитаете, туда весь мир влезет. Все 7 миллиардов людей. Такого в жизни, конечно, не бывает. Просто это говорит о том, что мы захватываем огромную-огромную глубину благодаря розничному бонусу. Итак, значит, дальше. Лидерский бонус. Самое интересное, с момента того, как вы подключились, вот с того момента, у вас начинаются копиться баллы. Баллы не сгорают никогда. И когда у вас накапливается слева и справа 44 200 баллов, вы становитесь менеджерами. Менеджер, на сегодняшний день у нас менеджеры уже стали появляться каждую неделю практически. Ну, сейчас, я думаю, скоро будет каждый день появляться. У нас также есть сеньор-менеджер. Сейчас будет еще сеньор-менеджер. Также у нас будет скоро директор. То есть мы только-только развиваемся. Сейчас мы про это тоже поговорим. И с уровня менеджера компания берет 3% со всего, все, что продала за месяц, это ежемесячный бонус. И 3% это берется как 100%. И вот из этих 100% менеджер получает 30%. В среднем это может быть плюс-минус где-то 20-30 тысяч рублей, если при правильной работе. Это пассивный доход. 20-30 тысяч рублей, не бросая свою любимую работу, у нас есть люди, кто вышли, лично я вышел за 6 месяцев. Есть люди, кто за 5 вышел месяц, есть кто вышел за 4 месяца. Я знаю, что скоро люди будут и за 2 месяца, и за месяц выходить. Значит, какие вопросы, ответьте, пожалуйста. Значит, средний доход менеджера, я еще раз говорю, 20-30 тысяч рублей. Может, он будет и больше, но мы вот уже такие деньги получали. Средняя такая зарплата, я знаю, по России, даже в каких-то глубинках и меньше есть. Итак, дальше что? Соответственно, дальше перебью. Когда у вас, да, будет сеньор-менеджер, директор, дальше, вы будете получать 30 плюс 20 плюс 20 плюс 15 и 15%. То есть, я думаю, тут уже очень хорошие, огромные уже деньги, там за миллионы рублей уже будут. Вот. Дальше, шестой вид дохода, это у нас отдельно совершенно маркетинг-план. У нас есть бинарный маркетинг-план и шестой вид маркетинга, отдельный маркетинг-план. Он очень интересен, в частности, вообще для всех, но в частности, для традиционных предпринимателей. Вот те 88 200 купонов, которые вам дарятся, которые вам дают максимальную скидку, они рано или поздно закончатся. И, соответственно, что вы же захотите покупать со скидкой, и у нас есть так называемые ваучеры, купоны, которые будут продаваться отдельно. За 900 рублей реальных вы получаете 9 тысяч виртуальных, 1 к 10. То есть выгодно купить, да, допустим, за 900 рублей, сколько вам нужно этих купонов. Чем больше, соответственно, тем больше у вас будет, больше вы можете купить товара уже со скидкой. Соответственно, с первой, то есть для этого вида дохода лично люди, которых вы пригласили, он для этого вида маркетинга ставится в первую линию, так называемую солнышко, по классическому бизнесу, кто знает. И вот с 1 по 40 уровень вы будете иметь 2%. 2% кажется мало, но это огромные деньги с 1 по 40 уровень. Представьте, если у вас будут предприниматели, которые будут откроют магазин, и они будут продавать на миллион, на 2, на 5 миллионов рублей, на 10 в месяц. Вот с 1 миллиона вы можете иметь 2%, это 20 тысяч рублей. Если у вас таких будет 10 предпринимателей, это 200 тысяч рублей. А если они на 10 миллионов продают, это 200 тысяч рублей с одного магазина за то, что вы нашли
такого человека, он открыл магазин, он работает автономно, вы получаете проценты. Но также в вашей структуре будут тысячи людей, которые просто будут покупать продукцию для себя. А это очень, очень огромные деньги. Итак, седьмой вид дохода – это стимулирование благосостояния. Что самое интересное, это, ну, я не застал, как говорится, раньше там рабочий класс, было 13-я зарплата, да, люди, кто уже там 50-60 лет, я думаю, они это знают. Соответственно, с уровня менеджера у вас начинает копиться путешествие, которое вы можете воспользоваться, когда Китай будет проводить путешествие от китайского рынка, вы можете поехать. Вот мы и видели, что китайцы возят на лайнерах, на круизных лайнерах, на 7-дневные путешествия совершенно бесплатно. Огромный-огромный лайнер. Значит, у нас также есть путешествие от Китая. Сейчас у нас закончилось путешествие квалификации на Китай, когда, который мы поедем где-то в сентябре-октябре, второй раз уже в этом году. И также у нас началась промоушен на Малайзию с 1 июня по 30 сентября. Любой человек совершенно, который только слушает, который только даже через месяц войдет, потому что у нас есть пример, люди за 2 месяца выполнили такой промоушен, а у нас 4 месяца еще впереди. Любой человек может бесплатно поехать в Китай на как раз новый открывшийся рынок. Мы увидим, как работают в Малайзию, то есть малайзийцы. Это будет в декабре. Посмотрим их магазины, их офисы и, соответственно, посмотрим саму Малайзию. Я думаю, бесплатно любой человеку будет интересно. С уровня директора нам начинают дарить машины. Вот в Китае дарят первую машину, это S-класса Mercedes стоимостью от 2,5 миллионов рублей. Чуть выше звания Porsche Cayenne стоимостью от 5,5 миллионов рублей. Дарят, не в лизинг дарится, ничего. Соответственно, я думаю, здесь можно будет взять и деньгами, кто не хочет там или в возрасте возить. Вот. Или может не тратить эти баллы свои накопленные, да, накопить какую-то более, наверное, крутую машину. Да. Или есть у нас жилищная программа «Дом». Я слышал, что это дом стоимостью от квартиры, может быть, какая-то, от 15 миллионов рублей. Вы можете купить себе в Москве, в Китае, может, еще где-то. Да, если у вас есть квартира, вы можете, скорее всего, тоже взять деньгами. То есть, ну, это накопительно. Ну и последний наш слайд, 8-й, это поощрение звездных директоров. То есть, так же, как говорил, про 3%, у нас еще есть 1%, значит, берется с квалификации директора 2 звезды и делится между всеми этими уровнями. Вот наш спонсор из Китая, ему вроде бы 44-45 лет, он ни разу не занимался сетевым маркетингом, он зубной врач, как я знаю, и он просто хотел поменять, заняться чем-то. Ему рассказали, и он за 2,5 года вышел на доход 300 тысяч долларов. Если на 60 умножим, это 18 миллионов рублей в месяц. Представьте, да, в его группе, наверное, я думаю, не один человек, который зарабатывает и 200 тысяч долларов, и 100 тысяч долларов, и 50 тысяч долларов. Я думаю, там сотни людей, которые зарабатывают по 10 тысяч долларов. То есть к чему я говорю? Мы открываемся 29 июня этого месяца. Обязательно я вам советую быть на открытии. Не имеет значения, где вы находитесь. Это стоит того. Это войдет в историю. Вы увидите руководство компании, которое приедет из Китая. Познакомитесь с нашими лидерами. Да, сделайте фотографию. И уедете в свои города, села, деревни. Будете показывать это в интернете. И люди... Вот то, что вы были, то, что вы заждетесь этой энергии, будут подключаться именно в вашу команду. И ваш бизнес будет расти. Если вы находитесь где-то в глухой деревне, у вас есть телефон, да, вот я веду прямую трансляцию сейчас тоже ВКонтакте, вот, то вы можете строить этот бизнес. Наш бизнес можно строить везде.
У вас должен быть только телефон. Давайте еще напишем, кто сколько заработал. Может, он месяц работает, неделю, две, три. Лично я в первый месяц заработал 24 тысячи. На второй месяц я заработал 174 тысячи рублей. Пишите, не стесняйтесь, кто сколько заработал. За 9 месяцев пока лично мой доход – это 1 миллион рублей 743 тысячи. Это небольшие деньги. Я знаю, что у нас в команду сейчас приходят люди из традиционного бизнеса, из крупных сетевых компаний, которые гораздо быстрее и больше уже начнут зарабатывать, чем мы, которые начали, да? Потому что наш бизнес, он не пирамида. Кто сколько сделал сделанной работы, тот сделает. И я вас уверяю, что скоро, в ближайший год, два, три, только через год, через два, три, придут люди, которые начнут зарабатывать самые-самые серьезные деньги. Так что я вас поздравляю. Еще раз хочу сказать, скажите спасибо тому человеку, кто дал вам эту презентацию, обязательно напишите ему, задайте вопросы. Ну а с вами был Бугров Виталий. Увидимся на открытии 29-го в Москве и увидимся в Малайзии. До свидания. До новых встреч.